Какие события происходили в России 90 лет назад? Объектив кинокамеры запечатлел делегатов первого всесоюзного пионерского слета. Радушно встречала Москва в июне 29 года посланцев пионерских организаций Средней Азии, Украины, Дальнего Востока и Урала, Белоруссии и Закавказья. 1929 год был ознаменован введением в Советском Союзе 7-часового рабочего дня и 5-дневной рабочей недели. Именно в это время в стране появился призыв «Выполним пятилетку в 4 года». В жизнь населения активно внедрялось массовое движение под названием «Библиотечный поход». Главный лозунг культурно-просветительской кампании звучал так: «Книгу в массы». В СССР появилось общество по работе с иностранными туристами. Рекламные плакаты предлагали даже такой вид отдыха, как охота. А в Ленинграде открылся первый в стране звуковой кинотеатр. И с тех пор началась эра звукового кино. В это время в Якутии был открыт регулярный воздушный перелет по маршруту Иркутск-Якутск. А экспедиция летчика Отто Кальвица пролетела вдоль побережья Северного Ледовитого океана. Это событие было оценено как крупное достижение в развитии полярной авиации. Осенью рабочие и крестьяне с большим энтузиазмом встретили День урожая и коллективизации. Этот праздник труженики села отметили массовой сдачей хлеба государству, организовав первые красные обозы. Горожане встретили их лозунгом «Да здравствует ленинская смычка города с деревней». 1929 год был особенным и для семьи Соломоновых, жившей в 4-м Альжагарском наслеге Орджоникидзевского района. У них родился сын, которого нарекли Никитой. С тех пор прошло ни много ни мало 90 лет. Без генетики-то вообще ничего не бывает. Это даже это безграмотные якуты об этом знали. Поэтому они, когда своих искали невесть или там зятя, они всегда это изучали, да, генеалогическое древо, с кем они хотели родниться. Так что это дело генетическое, я так думаю. Это человек, который, ну, зажигает, можно считать, энергией, умом, интеллектом, все, что вокруг него находится. Таких людей очень мало. Поражает его, конечно, это эрудиция. Он до сих пор стихи Пушкина, все это, в которые вот школьные годы, он это, до сих пор все это помнит. Он может здесь прочитать все от начала до конца дня. Плюс, если какую-то работу он просмотрел научную, что-то запомнил и так далее, он всегда может даже сказать страницу, где это хоть сейчас, 90 лет, он это вот это очень хорошо даже помнит, не говоря о тех временах, когда это было. Судьба с самого рождения испытывала Никиту Гавриловича Соломонова на прочность. Возможно, поэтому он не из робкого десятка. До сих пор помню, как мы первый раз, когда пришли, мы, ну, студенты, они, как всегда, такие, все это, мы прям к нему в кабинет ворвались и сказали, да, это вот мы пришли, а он так жестко нам сказал, выйдите, разденьтесь, потом зайдете. Дед, мы так испугались, как жестко, Дед. Но потом оказалось, что это он очень добрый, открытый человек, у которого очень много идей. Вот благодаря этим идеям, вот это долгожительство, Никита Игоревич, и влюбленность в свою профессию. Да. Он живет своей наукой, биологией. Ну, мне вспоминается такой случай, когда Никита Гаврилович показал свое любопытство в возрасте пожилом таком. Это было лет 5 или 6 тому назад. Мы исследовали гнездо пустельги, которое находилось в чердаке Ойской школы. Об этом нам Прокопий Наговицын рассказал, и мы пошли. Когда подошли к чердаку, подъем был лестница обычная, такая железная, которая шаталась. Мы думали, Никита Гаврилович здесь останется, мы с Прокопием поднимемся, посмотрим, ему расскажем. Ну, не тут-то было. Никита Гаврилович сказал,
надо посмотреть. И мы втроем поднимались. Тогда сказал такую вещь. Надо, говорит, самому увидеть. Исследователь настоящий должен быть любопытным. Где-то в 92-м году были заложены основы долгосрочных работ международных с участием, причем зарубежных специалистов, японцев, американцев, китайцев, по проекту СТИР. Международное признание наша республика получила не за алмазы, не за Ланху, не за что, а именно за то, что мы преподнесли дар планете Земля и 30% территории своей делали особо охраняем. И сейчас мы за это получаем дивиденды. Как вы сказали, сейчас вот очень многие к нам едут, и туристы, и так далее, потому что мы сохранили нашу девственную природу. Этот легендарный человек родился в одном из самых красивых мест нашей планеты. Мой дедушка в 1918 году построил дом на Батамае. Как только проснешься, видишь Ленинские столбы. Причем же с высоты, когда его видишь, это, так сказать, на реке, и река, и вода, и эти столбы здорово, хорошо. Я считаю, что дед, видимо, был эстетом. Мать моя умерла, когда мне было 1,5 года, от туберкулеза. Я тоже был туберкулезником. Но меня от туберкулеза спасли очень даже, ну, не обычным, а в Якутии очень обычным способом. Ну, все якуты по старинному дому считали, что это абага их прибирает. И вот меня от этого абага спасли. Договорились с бабушкой, что она возьмет меня на некоторое время. Утром она постучала и говорит: мусор ваш дайте. И меня через окно завернув какой-то действительно мусор, чтобы абага обмануть, через окно передали. Поэтому, наверное, спасли. Так что абага меня потеряла. Худощавый, болезненного вида юный Никита Соломонов, учась в школе, успевал и по хозяйству помочь. Отец мне сделал эти петли и прочее там, и изгороди. И я добывал зайцев до школы. Школа у нас в Батамае, а это 3 километра. Вот до школы я успевал иногда 2-3 раза. Когда в 3-м классе учился, у меня было это обострение туберкулеза. И я вынужден был где-то после 3-й четверти сначала Покровск, а потом в Якутск. Ну, там лечиться по туберкулезу. Кстати, и отец, и мачеха, которую я воспринимал тоже как мать, это уже 2-я мачеха, но это тоже туберкулезом заболели. Поэтому все мы оказались в городе Якутске. 41-й год, вы знаете сами, уже голод был, это в Чуровчинском, и особенно в Чуровчинском районе. И в городе вообще были огромные толкучки за очереди за хлебом. Но приходилось мне как все-таки быть добытчиком этого хлеба. И в этих хлебных очередях мы часто видели героя гражданской войны Гаврила Егорова. Вот он подал заявление, чтобы его отправили на войну добровольцем. Ну, кто его возьмет? Он почти одноглазый был. И, кроме того, 70 лет. А тогда 70 лет – это глубокие старики были. Не то, что сейчас. 70-летние сейчас считают, ну, относительно молодыми. Все для фронта, все для победы.
Это был главный лозунг тружеников тыла. Защитникам Родины требовалась не только военная техника, но и снабжение продовольствием. Именно в период Великой Отечественной войны рыба приобрела ценность второго хлеба. И для решения этого вопроса в Якутии были организованы 14 заводов и около 200 рыболовецких бригад. Отец у меня был туберкулезник, поэтому был белобилетник. А тогда у нас организовали именно в том году Якутский госрыбтрест, союзного подчинения и так далее. Я это совершенно четко знаю, что, оказывается, была договорена с рыбтреста, с военкоматом, что тех людей, которые негодны в действительную военную службу, их надо направлять. Вот. Но выгода заключалась в том, что, казалось, выгода заключалась в том, что мы это могли с семьей ехать. Вот. Ну, тогда нас завербовались и уехали. Был у нас знаменитый теплоход, очень мощный был. Там, значит, он повез 18 барж. И очень большое число людей с нами ехали из переселенцев, финны были. Потом мы доехали, наконец, до острова Столб. Здесь остров не обозначен, Столб, но вот он здесь находится. Вот это дельта Лены. Потом 30 километров примерно есть такой остров Трофимовск. Вот нас туда довезли, высадили. Вот. Там один столб стоит. Ну, там, наверное, написано место обозначено будущего завода. Ничегошенько нет. И каждый, так сказать, там устроился как мог. Рыбу поймал, ты должен все сдать. А сдать-то некому. И вот первые притонения сделали, ну, там тоже эти засольщики и прочие стали только-только оборудоваться. Приехали тоже с нами же. Первые притонения сделали, они вот огромные, 300 метров, 12 человек тянули. Ну, много рыбы поймали. Хороший лоб был, и один большой осетр достался. Вот. Там большой муннях провели. И старшие рассудили. Говорят, это нам Бог дал, давайте мы его съедим. Ну, хорошо, что сварили, хорошо, что они знали. Если их солить, да еще сохранять, можно было там и в тюрьму попасть. Чему были рады, те внутренности рыбы при засолении они выбрасывали. Ими, по сути, питались чайки и прочее. Ну, потом, так сказать, догадались и отваривал это рыбий жир. Этот рыбий жир, наверное, нам помог всем туберкулезникам, потому что рыбий жир, как раз натуральный рыбий жир, это лучшее лекарство от туберкулеза. Где-то в начале сентября выпал снег, такая паника была, ну все, ну и в самом деле, и рыба так почему-то меньше стала, и нас повезли обратно в Трофимовск. В Трофимовск приехали. Там несколько бараков было построено, и в одном из бараков устроили школу. И мы пошли в школу учиться, четвертый класс. Школа была очень хорошая в этом Тумате, очень приличная литература. Там мы зачитывались этим Жюль Верном в основном. Вот. Ну и
как раз Тимур и его команда появилась. Ну, конечно, как закалял стал, это уже на якутском языке. В общем, очень неплохо. Дело в том, что в Трофимовске после Тумата оказалось, ну, библиотеки-то нет. В школе библиотеки нет. А вот на руках, ну, среди соседей и так далее, у меня попались, а у меня собственная книга, томик Пушкина, стихи. Кроме того, значит, там мне пришлось зачитываться много-много раз одни и те же книги. Это краткий курс истории ВКПБ. Попалась книга очень хорошая, «Гамлет, принц датский», в переводе Бориса Пастернака. Это нечто. Жизненные университеты Никиты Гавриловича тесно связаны с летописью страны, и в его биографии случались моменты, когда было не до шуток. Ну, мне сказали в школе, что приедет фотограф, и мне дома дали деньги. Я пошел, фотографа не было, зато киоск такой книжный появился. И я купил книгу «Пробуденного». Ну, иллюстрированная, очень хорошая книга. Но дойдя до дома, по сути говоря, я испугался эту книгу. Она же слишком большая. Я ее решил спрятать пока под камнем. Так? Кстати, этот камень тут где-то есть. Вот. А мои одноклассницы, которые вместе были, учителя доложили, донесли, как говорится. И меня на завтра учитель допрос учинил. Ты что, говорит, Буденного закапываешь? Ты что, враг народа, что ли? Ну, до слез довел. Кстати говоря, меня второй раз националистом объявили за мой доклад Пушкина и якутской литературы. Тогда никакой литературы же не было. Счастливо догадался, что надо газеты 1937 года, когда отмечалось столетие со дня гибели Пушкина. В 1937 году был такой пушкинский год. И в газетах кое-что я нашел. Но самое главное, там же на юбилее выступил с докладом Пушкин якутской литературы Аюнский. Этого нигде не было. Он же враг народа. Поэтому мне пришлось там додумывать и в какой-то мере маленькое свое открытие делать. Ну и использовал всякую литературу, в том числе Башарина, по нашим просветителям Кулаковский, Сафронов, Неустроев. И как-то пытался сравнить с пушкинской лирикой, с пушкинскими стихами. Вот. Выступил на таком городском, ну, форуме, говорят теперь, да, в русском театре. Очень большой успех был. Но в самом конце этого собрания секретарь якутского обкома комсомола Петров, впоследствии он, по сути, мой друг, философ был в университете, Петров вдруг говорит о том, что вот зря эту тему очень сложную дали ученику, ну, по сути, мы же ученики были, от третьего курса, среднее учебное заведение. И, конечно, говорит, он допустил здесь националистические ошибки. Вот. Это как гром с ясного неба. Это же большой человек. Но Пасюкин меня защитил в заключительном своем слове.
Я у Энгельса диалектика природы прочитал, что природа является пробным камнем диалектики. А я чувствовал, что как раз биология, тем более тогда, ну, как раз был период мичуринской биологии, все казалось, вот там философски объясняется то да сё да. Я решил пойти на естественный факультет. Выбор профессии, так же, как и верной спутницы жизни, оказался точным раз и на всю оставшуюся жизнь. Этот жилет приобрела моя супруга где-то в начале 90-х годов. С этим жилетом я и ездил много раз в США, много раз в Японию, Швецию, Норвегию, Финляндию, ну, везде. Настолько он постоянный мой был спутник, что Евгения Исаевна как-то сказала, что это у вас вторая кожа. Никита Гаврилович до сих пор продолжает генерировать новыми идеями, и они притворяются в жизнь. Он всю жизнь фактически педагог с большой буквы. И вот у нас в республике очень сильно развита программа «Шаг в будущее» во многом благодаря тому, что Никита Гаврилович взялся за эту программу как член совета особенно активно. Поначалу это вроде были чисто такие биологические, экологические темы. А в дальнейшем это подсоединились и археологи, и этнографы, и палеонтологи. Сейчас он вынашивает идею, фактически ее реализует. Очень скоро это научно-образовательный центр «Ленский», который будет работать в 9 точках нашей республики, ну, в самом пике развития, и 9 направлений. Представляете, 9 направлений. Огромная работа, которую он проводит и сплотил под себя 16 академиков Российской академии наук. Соломонов для коллег, ученых и международных партнеров – непревзойденный авторитет. А для плеяды своих учеников – живая легенда. Докторов около 20, может быть, даже превзошло. Ну, а кандидатов где-то 50-60 человек. Это не считая учителей биологии, химии, географии, которые обучались у Никиты Гавриловича в стенах Якутского госуниверситета, СВПУ, это 1000 человек. Поэтому можно сказать, его это знания передаются всем школьникам нашей республики. История жизни продолжительностью в 90 лет. Не каждому дано дойти до такого благородного возраста. Не каждому дано воплотить в жизнь международные научные проекты. И не каждому дано созидать во благо людей, оставляя за собой уникальное наследие для будущих поколений. А Никите Гавриловичу Соломонову удалось. И он продолжает свой путь.